Друзья мои, всем огромный привет с солнечного Крита. Сегодня 23 июня, 8 часов вечера. И мы решили покататься. Но не просто покататься. Мне сегодня в Фейсбуке написала девушка по имени Оля. Написала такую информацию, что сегодня ночью празднуется праздник. И что самое интересное, празднуется он так же, как и в странах Балтии, в Эстонии и Латвии. И у нас в это время гостят гости из Эстонии, которых вы уже хорошо знаете, Паша и Надя. Мы им предложили, может быть, поедем через костры попрыгаем. И они сказали, да, поедем. Ну вот мы едем. Мы, конечно, не так сказали, но да. Но попрыгаем. Ну, примерно. Я не пяев на Крите мы еще не встречали, да, я согласен. Да. Праздник посвящен святому Янису, который празднуется завтра в Греции. Ну и в католических странах тоже завтра святой Янис. Это день рождения Иоанна Крестителя. Вот. Ну и в то же время это праздник Ивана Купала, так называемый, который празднуется в России через 13 дней в связи с разницей в календарях. Вот. То есть все то же самое. Обычаи с водой, с огнем, там очень много гаданий разных. То есть, в принципе, это такой даже полуязыческий праздник. А может, даже больше языческий, чем христианский. Ну, посмотрим, как его празднуют греки. Надеюсь, будет интересно. Через 500 метров поверните направо. Все непременно. Калистера. Что скажи, а Павел Павел? Что, калай на пути? Христо, калаврали. Все, закрыли. Ага. Мы приехали в деревню. Как-то что-то такое. Ну, я продублирую, напишу тут название. Вот, потому что первый раз мы здесь. Даже не знаю, как правильно ударение ставится в этом названии. Но праздник мы уже нашли. Все будет происходить на площадке возле школы. Школьная площадка? Да, школьная площадка. Пойдем. Деревушка тихая-тихая. Люди сейчас очень удивятся, что мы придем к ним. И на праздник. Нас никто не приглашал, но мы... А мы-то точно. Вообще выгонят палками, скажут, ты идите отсюда, мы чужие, вы что, идем? Мы чужие на этом празднике идем? Жизни. Да. А Шелковичка-то вот еще есть, он там. Иди залезь. Не могу. Калиспера. Калиспера. Пойдем. Здесь пространство полно-полно. Музыка брательная. Ага. Пойдем отсюда. Давай. Пойдем отсюда. Оказывается, отсюда тоже можно зайти, но я предполагаю, что люди здесь ходят редко. Как-то тут не особо убрано. Ладно, идем. Πρώτη φορά ακούσα να χείλει καλά. Πολύ καλά κάνατε. Όπου θέλετε καθίστε. Ωραία, ευχαριστούμε. Πολύ κόσμο μαζεύεται. Δεν ξέρουμε, τώρα εξαρτάται. Πρώτη χρονιά το κάνατε. Όχι, κάθε χρόνο. Εκτός από δύο χρόνια ήταν ο κορονοϊός. Ναι. Ένα από μικρές και με τα στεφάνια. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα, ο καθένας που σκεφτεί και αν έρθει ή δεν έρθει. Перевод такой. Празднуется каждый год, кроме 2 года коронавируса, были вычеркнуты у них тоже из жизни. Все это бесплатно. Сначала она пошутила, сказала, я говорю, вход платный, она говорит, вход... И вот тут у меня вышел прокол. Женщина сказала, что за вход платить не нужно, а я понял, что все бесплатно. Как оказалось, за шашлычки, картошку и пивас надо платить. А мы-то губище раскатали. Программа обещает быть веселой, посмотрим. Много ли народу будет, не знаю. Не понравится, надоест, уедет. Сказали, будут шашлычки, будет музыка и будет картошка. Ну и вино. Страшно. Начинать с
где начинать. Рук сожгут, как неверно. Я прыгать не буду. А то если подол подпалю. Это точно. Прям коронные места заняли. В первом ряду. Кто раньше приходит, того и тап. Деревушка очень маленькая, называется Каинос или Каинос. Вот название. Все стулья подписаны. Я думаю, может, по имени Каина. Каин и Авель. Принесли какой-то кувшин, накрыли его тряпками какими-то. Вот, и не знаю. И молчат все. Секрет. Мне интересно, я думаю, может, мужик купить, сразу поспрашивать его. А? Или... Да мы посмотрим все. Я прямо сейчас, пока шум не начался. Да. Ты ее втажу на семье? Попопша. Семена и Клидони. Клидони, ты имя? Είναι μια διονυσιακή επιτυχία εκδήλωση που ανάβουμε φωτιές και πηδάνε πάνω από τις φωτιές και τέλος πάντων λένε μετά μαντιναδάκια τα οποία είναι λίγο αθυρόσιμα. Είναι δηλαδή μια πολύ χαρούμενη γιορτή που ο σκοπός είναι περισσότερο που να στο πω. Δηλαδή απελευθερώνεις και λες ότι γουστάρεις, όπως και στη Βόρεια Ελλάδα που τα λες φανούς εκεί στην Κοζάνη, ναι. Και λες μαντινάδες σεξουαλικού περιεχομένου. Μάλιστα. Το Καϊνό λένε πίσημα. Μια αρχαία λέξη, είναι αρχαίο. Απαρχαία. Ναι, ναι. Είναι 3.500 χρόνια πίσω. Ναι. Όχι ρε τόσο πολύ. Έτσι γράφει το βιβλίο. Καϊνός ότι είναι πολύ παλιό που ήταν Καϊνά, απέναντι. Καϊνός ήταν παλιά, ναι. Και μετά τώρα το λέμε Κάινα. Έλα τώρα, 15, 16 πες. Ναι, ορίστε. Θα τα βάλεις σε μεγάλα. Ναι. Θα την πάρει τα σκάλες. Ορίστε. Λάθος. Ναι. Έβαλες ψωμάκι εδώ. Εγώ τα έβαλα. Πατάτες.
Принесли, значит, праздник начался. Да, да. И пиво. Скакать, скакать. Детям пообещала костей. Ну, скоро будет, да. Наверное. Наверное. Что-то костры какие-то слабые вообще. Да, да, у нас в этом году, ну я, видишь, не знала, не написала. В Халепе, ну, мы с Халепы, ну, в Хане. А, на Пасху, но муж говорит, что у них это каждый год. Я просто первый раз попала на Пасху, так вот, чтобы попасть. Нормально. Нормально. Критикош Уинос. Здравствуйте. Давайте начинать уже, мясо остывает. Ну, давайте, уже. Приятного аппетита. Вам тоже. Вы здесь будете? Спасибо. Ну, мы посидим, посмотрим. Он сказал, что кувшин стоит для того, чтобы в него бросать ваши желания. Да. Я так понимаю, такое обычай. Потом, что с ними будет дальше, то ли сжигать будут, то ли непонятно чего. Да. А какие вкусные чипсы из хлебного дерева? У нас нет. Ну, у нас нету, да. Я до Пелопоннеса никак не могу доехать, а вы говорите, Куба. Нет, 20 сортов бананов овощей, 30 сортов бананов фруктов растет. Это обряд для тех, кто не замужем. Для тех, кто не замужем. Значит, та, которая хочет выйти замуж, и она готова к этому, она кладет в кувшин, аккуратно, сначала аккуратно поднимает тряпочку красную, как сказать, салфеточку, да. И кидает что-то свое. Либо это колечко, либо это сережка, какую-то свою личную вещь. Потом она говорит Мадинаду и говорит этому. То есть, ну, как пожелание. Готово, да, пожелание. Но, говорит, нужно все время, чтобы была закрыта, так, чтобы, говорит, звезды, говорит, не видели, что ты туда положила, и не слышали твое желание. Чтобы это тайна была. Да, это магический обряд, который пришел сюда много-много-много лет назад. Ну, это еще от язычников. От язычников, это гадание, это да, такое. Это гадание, это для тех, кто еще не был замужем. Узнать имя жениха, короче. Короче, нет, для того, чтобы она вышла замуж. А, просто найти жениха. Найти жениха, выйти замуж, да. Да. Она уже замужем, ей уже некуда прыгать. Это не для нас. Мы уже кого могли найти, мы уже всех нашли. Жениха своего она имя знает, слава богу. День взятия Бастилии прошел впустую. Здесь мы когда первый раз увидели, что песни бесплатно, удивились. Но при этом... У нас одна ситуация была. Ну вот, дождались мы поджигания костров. Наконец-то. Праздник начинается. А, еще вдобавок ко всем обычаям, в этих кострах сжигают венки, которые собирали на 1 мая, на День цветов. То есть это считается как бы официальный переход из весны в лето. Завтра лето. Все, венки сожгли, завтра лето. Ура! Ну, давай. Давай, 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 давай
ты выдумываешь. С моей больной спиной сейчас скакать еще буду. Вот так это происходит в Греции. Чтобы дети могли прыгать безопасно. Молодцы греки, респект и вожу. И опять же пожароопасная обстановка. Чтобы сильно огромный костер. Могли бы лететь искры и что-нибудь поджечь. А так все под контролем. И шоу, и смысл. Да. Ты почему не прыгаешь? У меня экипировка не та. Я не могу, я же девочка. Паш. А я уже взрослый, я понимаю, что хозяйство дороже. Ирде Иора Абхарма Циклидонус, опус эти не то этому. Гадать? И Мария, и Мария Абхарма Циклидонус. На и на ετοιμάστε τις ματινάδες σας. Готовьте свои ματινάδες. Σε κάθε αντικείμενο που θα βγάζουν από μέσα, να λέμε μια ματινάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ну это, короче, как фанты сейчас будет. Достают вещь чью-то, и кто-то будет говорить свои четверостишия, предназначенные этому человеку. Но будут говорить, не зная, для кого это. Это как гадание получается. То есть как бы предсказание, что ли. Мария. Ένα μαντιλάκι. Να έρθει κάποιος να πει μια μαντινάδα. Не спрохлись, сейчас ждут желающего, чтобы пришел, сказал четверостишие для этого предмета, который не достали. Я не вижу, что там. Не надо. Я боюсь, не пойму. Да, могу себе представить твои стишки. Чего это? Я порядочная женщина. Дядька сказал из-за стола, никто ничего не слышал, но все аплодируют. Не, ну только мы не слышали, не успеваете. За супермаркет-то народ подтянулся. Ну там с матюками, там нехорошие слова. Вот, так говоришь, ну я, не надо. Может, надо? Ну, нас предупредили сразу, что мадинады будут именно направлены на секс, сексуально направлены. Да, мы вечером, когда у Грека спрашивали, он говорит, да. Здесь точно только пиво предлагали. Деды-то как-то не с пива разошлись, по-моему. Главное, дети сидят, они их не стесняются вообще. Они растут в этом. Я уже сказала, хорошо, что он меня ничего не понимает. Кейбалеоли! Драмоны на метро! Мария! 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 Какая пошлая деревня. Я вообще никогда не подумала. Αν δεν μπορείς τα δύσκολα να μου κρατάς τη χέρα, όταν θα είμαι γελαστός σε θέλω πέρα πέρα. Ωραία, μπράβο!
Это хорошая, да? Это безобидная. Да. Ну, ребенок плохих еще не знает. Но сейчас, сейчас научится. Он запомнил все, что сказали. Друзья мои, греческие мадинады, которые прозвучали, лучше я переводить не буду, потому что YouTube канал могут заблокировать просто-напросто за нецензурщину сплошную. И самое интересное, что они совершенно не стесняются детей. Ну, то есть у них это в жизни, это как бы не разделяется у них. Вот отношения полов, секс, нецензурщина, у них это все как бы нормально. А тем более сегодня такой праздник, сегодня можно. Как вам праздник, ребят? Я в шоке. Звезда в шоке. Я думала, я пошлая. Я вообще, я просто ангел. Ангел. Мимо мне не хватает. Я так понял, что деревенские греки, а конкретно кретяне, матом не ругаются, а на нем просто разговаривают. Да, 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 именно так и есть. Да. Надюха смеется, довольна. Конечно, ничего не понятно, но очень интересно. На такой праздник попали, да? Ну, ты уже эксклюзивчик. Вечер прошел замечательно и необычно. Будем потихоньку отчаливать домой. Сейчас соберем остатки. Сейчас соберем мясо для кошечек. Кошачьи, да. Шашлычки, которые мы не съели. Cat food. Котики будут довольны. Какая вы. Всем пока, мы вас любим, ждем на Крите.